Так, я дома. Сейчас откроем и посмотрим, что же тут. Книжка. Практиш. Бла-бла-бла. Короче говоря, тут экономия энергии. Экономия воды. Это нам не надо. Так, открываем. Ага. Короче, лампочка. Philips LED. Фокус, фокус. Короче говоря. Ну где-то 4 евро стоит тут в Вене такая лампочка. Плюс-минус там может быть. Неровно. 806 люмен. А вот это что за ключ, я не пойму. Что за ключ? Сейчас попробуем. Вот он. Для воздуха. Что ли? Черт его знает. Короче, он нам не нужен. Поехали дальше. Открывается вот так. Ты смотри, коробка такая красивая. И вот это вот экономия. Для экономии воды. Такая вот штуковина, я покупал за 5 чем-то евро. Оказалось, китайская ерунда. Но там только отдельно было. Отдельно вот это вот. Не фильтр, а было с железкой. Короче говоря, он мне не подошел. Нормально не закручивалось и в итоге я его выкинул. А тут вот бац вам оригинал. Думаю, что все подойдет. Made in Germany. Все. В упаковке больше ничего нет. Но упаковка очень красивая. Лампочки отдельно, это все соберем. Все собрал. Короче, нам интересно, для экономии воды 50% эко. Ты смотри. И лампочки. Это нам нужно, остальное нам не нужно. Вот и бесплатная упаковка от Wien Energy. То есть как бы Росэнерго, да? Все. На этом. Пока.